Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Toyota RAV4. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Это на полу в багажнике несколько кусков фибры. Задние арки, голый металл. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Крыша. Крыша, видите, также голый металл. Смотрим, что у нас по дверям. Задняя дверь. Голый металл. Слышите, как звенит. Передние двери тоже голый металл. Пол в салоне более-менее виброобработан. По мнению владельца, все равно очень слабая шумоизоляция. Шумный автомобиль. Сейчас подготовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, проклеили первый слой вибропласта на RAV4. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки, крылья. Все тщательно прокатали валиком. Смотрим, что мы сделали по дверям. Двери в данной программе мы клеим в три слоя. В четыре слоя. Первых три вам показываю. Первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель. Толщина его 6 мм. И третий слой также вибропласт 2 мм. Проклеена у нас крыша. Проклеен пол в салоне вибропластом. Смотрим дальше. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на RAV4. Здесь проклеена крышка багажника. Также проклеен шумопоглотитель пол в багажнике. Проклеены задние арки, крылья. Проклеен пол в салоне. Двери закончили клеить четвертым заключительным слоем. Шумопоглотитель, толщина его 15 мм. И закончили работу по проклейке крыши. Собираем салон, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!